В Каспийске по поручению главы города Бориса Гонцова проходит процесс по обновлению дорожных знаков на улицах муниципалитета. Такое решение было принято в связи с плачевным состоянием указателей, которые потеряли свой прежний вид и пришли в негодность. В основном замене подлежат знаки «Уступи дорогу», так как красная метка на них выгорела, и водителям трудно распознать знак. По словам подрядчика Далгата Магомедова, на данный момент работа уже проведена по улицам Ленина, Халилова, Абдулманапова, Батырая, Орджоникидзе, Махачкалинская и Кирова. А также произведена частичная замена знаков «Дети», «Ограничение скорости» и «Автобусная остановка». Данные указатели были реконструированы в районе лицея номер 8, школ 9, 3, 6 и возле некоторых дошкольных учреждений. Отметим, что работы идут с конца сентября текущего года, и число обновленных знаков уже достигло 70. Кроме того, идет и процесс возобновления дорожных разметок. В данный момент зебры обновлены по улицам Ленина и Кирова. По словам подрядчика, в ближайшее время планируется обновить пешеходные переходы по улицам Абдулманапова, Приморская и Азиза Алиева.